Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях ISO, EO, DeFi и о многом другом. В прошлой части мы рассмотрели, что такое кошелек Sentinel, как делегировать свои токены, как снимать их на десктопной версии на компьютер. В этой части посмотрим непосредственно, как это все делается через расширение Kepler и мобильное приложение Cosmos Stations. Итак, для начала открываем Kepler. Примечание: можно использовать ту же мнемоническую фразу, которую мы сохраняли при создании десктопного кошелька, и просто сделать импорт. Вводим свой пароль. Одно примечание: когда Kepler обязательно расширение необходимо поменять нашу сеть на сеть самого Sentinel. Для этого в верхней части, где написано у нас по умолчанию Cosmos, нажимаем и выбираем внизу сеть Sentinel. Все, после того как мы зашли, у нас появляется кнопка. Если вы еще стейк не делали, появляется кнопка стейк. Нас перекидывает непосредственно на сайт, где мы также можем наблюдать тут активные валидаторы, какие есть у нас. И те валидаторы, у которых вы хотите вытащить токены онбондинг делали. Внизу появляется список самых активных и лучших, так сказать, валидаторов, которые мы можем и рекомендуют нам сделать делегирование. Выбираем на примере Cosmos Stations, нажимаем кнопку Manage. Также вот я уже делал делегирование, у меня тут уже видно, что поставил стейк 24900 токенов. Я добавлю в качестве примера. И вот то, что я вам говорил в первой части. Сейчас переведу. Ставка будет блокировать ваши средства в течение 21 дня. Плюс вам нужно будет отменить регресс, чтобы ваши активы снова стали ликвидными. Этот процесс займет 21 день. Внизу прописываем количество токенов, которые мы хотим кинуть в стейк. В моем качестве примера это будет 1. И нажимаем делегировать. Подтверждаем нашу транзакцию в самом расширении Kepler и ждем подтверждения. Все, как мы видим, транзакция прошла успешно. Если обновить страницу, то мы уже заметим, то вы уже увидите в верхней части все ваши активные стейки, которые находятся. Для того чтобы снять или награду, в верхней правой части нажимаем Climb Rewards. Смотрим, вот тут написано, сколько у нас. Если вы хотите вытащить все токены со стейка, нажимаем с правой стороны Manage и нажимаем уже не Delegate, а Undelegate. Прописываем количество токенов, которые мы хотим вывести. Сейчас я переведу для более удобного чтения. Прописываем количество токенов, которые мы хотим вывести, и нажимаем Undelegate. Если вы хотите переключить валидаторов, то можно использовать функцию Redelegate, чтобы мгновенно поставить свои активы на другого валидатора. Но это уже другая функция. Так, например, снимаем 1, нажимаем Undelegate. Также подтверждаем транзакцию. И все, как мы видим, транзакция успешно подтверждена. И ждем, когда наши токены станут ликвидными и мы сможем снять их с баланса. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.